Всем привет! Сегодня 28 июля 2019 год. Вот хочу показать вашему вниманию вот такой вот интересный гибрид слива-персик. Был, короче говоря, на отдыхе, не было меня около 9 дней. Приехал, хотел снять этот сорт, когда он на дереве висит. Ну, кстати, не дружно поспевает. Вот зеленые еще висят, видно. А есть спелые, они начинают падать. Сорт я попробовал, вот один висит тут, черный. Сейчас попробую, опа, обойти. О, какой красавчик висит. Короче говоря, осталось на дереве штук, раз, два в руке, 3-4, да, 4 или 5 штук осталось на дереве, а то упало половину. Штуки 3 мы попробовали, сейчас сорвать. О. Короче, вкус у него, я не знаю, то есть вкуснее я не пробовал. Вот такой вот слива персик, вот такой имеет вид, вот такая красавица. Это на солнышке он растет, с таким окрасом, вкус просто, а я вот стою, запах бьет, запах такой дынно-сливовый. Вкус, сейчас продегустирую, скажу, там взрыв во рту был, когда я его пробовал, дегустировал. Сейчас, деревцо получается у меня. Сейчас покажу. Ой. Вот деревцо это. Деревцу вот это 4-й год. То есть оно мне что-то так хреново начало расти. Это в том году чуть прирост дала и в этом. А то вообще сидела на месте, думал, что пропадет. Вот такой вот интересный сорт. Я его всем советую за его именно вкусовые качества. Вкус у него обалденный, то есть ничего подобного я даже не пробовал, сколько живу. То есть все вот эти сорта, которые я рассказывал, показывал, они просто, они вкусные, классные, все, ну этот просто бомба по вкусу. Сейчас, ну вот видно еще, что зеленые даже висят. То есть у него чуть-чуть недружное созревание. Сейчас положим на веса, посмотрим. Так, давайте посмотрим, какой вес у этого чудо-фрукта. Так, вот самый большой плод. 100 грамм. 100 грамм. Это первый сигнал, я его еще не пробовал до этого времени. 88. Слива персик гибрид. 72. Ну, на вид такой интересный, конечно. Необычный. Приплюснутый, такая форма вот у него. Цвет такой красивый. 84. И поменьше тут есть. 63. 72. 68. Короче говоря, вот это вот такой урожай. Грубо на 3-й год дал этот сорт. И еще плюс мы 4 штучки или 3 или 4 штучки съели. Просто шикардос. Давайте сейчас разрежем его, посмотрим, какая у него мякоть. Он ароматный, что подходишь к нему, а когда ешь, вкус у него вообще просто. Ага, не хочет отделяться. Косточка у этого сорта, видимо. Мы ели так, я и не помню. Там вкус так понравился, что... Опа, червячок тут был. Экологически чистый сорт. То мне говорят, что я сильно много химии пользую. У меня процентов 15 в плодах черви есть. Черви не будут жить, если там много химии. Так, короче, этот получился так разрезать. Плод. Сейчас этот вот так. Без обработок все равно толку не будет. Надо по-любому обрабатывать. Короче, у этого сорта косточка отделяется плохо. Ой, блин, запах нюхаешь, вот чем-то мне похож слива, дыня и плюс, наверное, барбарис, какой-то такой отчетливый аромат. Ну, сейчас попробуем. Сейчас дольками нарезать его. То есть по вкусу, я думаю, он каждому понравится. Я же не дал, говорю, а ну попробуй, скажи свое мнение. Она так взяла, укусила. Говорит, вот это взрыв во рту получился.
такой вкусовой. Говорю, ага. Еще, говорю, сажать дерево, говорит, можешь два сажать. Буду с удовольствием кушать. Так, ну что, дегустируем на вкус его. Блин. Это просто, это словами не передать. Это, ребятки, надо только попробовать. Реально. Только пробовать надо. Блин. Я не знаю, тут столько всяких тонов, столько вкуса. А ну сок не в меру сочный, не так, чтобы прям течет с крана. Но у него вкус просто обалденный. Я сегодня обязательно пойду. Отвезу отцу, чтобы он попробовал. Узнаю, что он скажет. Ну, я, честно говоря, уверен, что он скажет, что бомба. Реально бомба. То есть по сравнению со всеми сливами, потом диплоидными сливами, хотя они очень вкусные. То есть этот сорт пока на первом месте по вкусу. Даже Точисан уступает во вкусе этому. Даже сильно уступает. Это вообще, блин, просто бомба. Класс. У кого растет этот сорт, пишите в комментариях, как вам он на вкус. Как он у вас растет, урожайный, не урожайный, потому что у меня первые сигналки. То есть надо наблюдать года 5-6, именно конкретно говорить, как он. Сильно урожайный, не сильно, сильно болеет, не сильно болеет. То есть поражает. Но червячок он поражает. Видно, что червячок есть. То есть, ну, он действительно вкусный. То есть, ну, сорт классный. Черенков этого сорта мало у меня вообще, чуть-чуть. Можно сказать, даже нету. То есть, там, 5 или 6 черенков максимум. То есть, сильно не маша продавать. Я еще себе буду щипать его. Ну, у кого есть он, покупайте. По-любому, он понравится вам. Сорт шикардосский. Именно по вкусу. Пока говорю, по вкусу шикарный. По урожайности не говорю ничего, потому что первое подношение сигналки. По устойчивости тоже ничего не могу сказать первое подношение. Чтобы не было потом непонятных комментариев, что ты там то говоришь не так, то не сяк говоришь. Говорю как есть. Вкус офигеть. Все остальное пока будем наблюдать. И в последующих видео будем рассказывать, показывать. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Будем снимать за новые эксклюзивные сорта. Вот типа таких. Вообще бомба. Всем спасибо за внимание. Всем пока.